Всем привет! С вами Виктория. Сегодня я буду готовить цветную капусту. Это блюдо я готовила на ужин, и к капусте я приготовила куриные наггетсы. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Итак, нам понадобится примерно 1 кг цветной капусты, небольшой кочан. Сначала я разделаю капусту, отрежу лишнее и разделю ее на небольшие соцветия. Это можно сделать руками либо ножиком. Соцветия должны вот быть примерно вот такого размера. Затем перекладываю капусту в дуршлаг и промываю под водой. В это время ставлю разогреваться воду в большой кастрюле. Воду надо посолить и добавить 1 столовую ложку уксуса. В кипящую воду добавляю капусту и оставляю ее кипеть примерно 5 минут. Проверяю ножом, она должна быть не совсем мягкой, аль денте. Затем беру блюдо и хорошо его смазываю сливочным маслом. Подготовленное блюдо прикладываю цветную капусту и оставляю, и пока приготовлю соус. Для этого беру 50 грамм сливочного масла, мне его нужно растопить. На маленьком огне постоянно помешиваю, растапливаю сливочное масло и добавляю 3 столовые ложки муки. Хорошо перемешиваю. Продолжаю перемешивать и постепенно вливаю 400 мл молока. Всю массу нужно хорошо перемешать до однородности. Солю, перчу и добавляю немного мускатного ореха. Мускатный орех не обязательно, это по желанию. Масса должна немного загустеть. Затем отделяю желтки от белков и в заранее замешанную массу добавляю желтки. Хорошо перемешиваю венчиком до однородности. От общего количества сыра выкладываю небольшую часть сыра в соус и хорошо перемешиваю. Сверху соус, это соус бешамель, выливаем на цветную капусту. Именно так этот рецепт готовят во Франции. Сверху посыпаем немного тертым сыром и отправляем в духовку. Примерно на 25 минут. Смотрите, корочка, сырная корочка должна хорошо запечься и быть румяной. Выпекаем примерно 25-30 минут при 180 градусах. Цветная капуста готова. Посмотрите, как она красиво смотрится. Получается она очень вкусная, ароматная. Посыпаем ее к зеленью и подаем к столу. Надеюсь, что видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!